Добрый день, дорогие друзья. Это прохождение Tomb Raider на хардкоре, часть 12. Ну что, погнали? Блять, или 11. Не помню. Или, блять, 12. Короче, похуй. Это прохождение Tomb Raider на хардкоре. Ну что, погнали. В прошлой части мы съебались с корабля, который тонул, нахуй. Получили новый инструмент снаряжения и жумар. Вдохнули в лагерьке, так. Навыки, бля, снаряжение. Мало запчастей, навыки все вкачаны. Так, судя по всему, мы попали в какой-то бункер. В результате долгосрочной... раскопок. Наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Блять, что-то я проебался, загружу заново нахуй. Блять, я проебал, как документ-то прочитать? Ну похуй, погнали так. Тут я уже всех завалил вроде. А, теперь у меня есть инструмент, блядь. Ну просто так она, наверное, хуй запрыгнет, блядь, как я угадал. Да, нам вообще надо. Мы можем тут полазить, поискать что-нибудь. Вот стрелы, например, можно взять. И стрелы больше не берутся полные. Блять, вот так что ли? А это тайничок, типа, бля, я понял. Год Мэдзи 6. 1873. Вращаем монету, чтобы получить скрытую информацию. Одна сторона стерта. Как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Так, что тут еще есть? О, эти, блядь, как эту хуйню? Инструменты, блядь, запчасти, точнее. Так, куда нам идти?
куда-то туда, видимо. Блять, как потушить этот факел ебущий? А, вот, все понятно. Еще новый. Это темпо цуха. В середине 19 века в Японии их чеканили тысячами. А, вот записка. Не, это тоже артефакт. А, карта, блядь. Тут нет гробницы, нет, ну да и похуй, в принципе, тогда. Нам нужно к ближайшему костру тогда, получается. Да, блядь, отсюда. Блядь, по старому тросу, что ли, лезть? А, все засек. Дальше тупо вниз, что ли? Я, пожалуй, пойду, блядь, путем, которым шел, потому что там сокровищница где-то есть. Хотя до нее далеко пиздовать. Блядь, она исследована, интересно, не исследована, блядь. Блять, здесь много всякой хуйни на локации, но я не решил не собирать все-таки, ну, вот эту всякую хуйню, артефакты и прочее. Я всегда прохожу все квесты, беру, все беру, но вот что-то, когда нужно что-то искать, нет, я этим не занимаюсь ни в одной игре. А так у меня всегда прохождение по фулу. Как с помощью лагеря-то, блядь, переместиться быстро? Сука, придется пешком идти, ну пох. Блять, пока никакого экшена вообще нихуя не происходит. Такое чувство, что игру, блять, подменили. Вот и ничок еще один. Вниз туда никак нельзя попасть, интересно. Ну-ка. Ёб твою мать. Учили. Мертвый.
Попробуем не заруинить стелс в этот раз. Блять, там еще один, что ли? Откуда он взялся? Обыщем челика и сохранимся заодно на костре. Блять, тут ничего интересного нет. Ну где остальные, блять, туда что ли упали? Блять, а чё нажать-то надо? В этот момент я просто забыл, какую кнопку надо нажать. Shift, блять, по-моему. Или пробел. Хуй знает. Пробел, всё. Ебать, она пиздец даёт. Ну вот это было красиво. Экшена мало, зато красивые моменты есть. Так, я сначала в гробницу схожу. Вот гробницы я прохожу как раз-таки. Вот, ну, а всякую хуйню, типа артефакт, блядь, тайник, ебать, это как получится. Блядь. Сука, я в гробницу хотел идти. Лара! Мы услышали взрыв и подумали... Алекс... Он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Рейс! Так держись от меня подальше. Давайте поедем. Тварь черножопая, блядь. Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь... Я надеюсь, черножопая тварь умрет, нахуй. Ну, вот эта женщина, и она, блядь, сидит, вообще, сука, не шевельнет рукой, блядь. Накормишь человека, спасешь его душу. Когда я тут, блядь... Наконец, хоть какой-то позитив. Ну, вы видели, когда, короче, Рейс часть обзора, катер, если... Когда мы вернемся в цивилизованный мир. В то время, когда я тут и двигаюсь, нам точно можно будет так сказать. Что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное. Что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Черная проститутка, блядь. Гробница-то, ебать. Так. А, вот там где-то. Прямо в хэт, нахуй. А, мину взорвать надо, понял. Модификация доступна. Бля, у меня же и так самый пиздатый лук. А вот гробница, кстати. Да, там символ. Так. В лагерь исходим, лук улучшим, что ли. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова.
Но уж придется постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиусу понадобилась Сэмми. Но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами и в полной безопасности. Дневник Лары послушали, в общем-то, о чем она думает, наш персонаж. Точнее, о чем наш персонаж думает. Как-то я не по-русски ебанул, извиняюсь. Бля, здесь где-то гробница. А, вон, вижу. Блять. А как выбраться? А, вот. Эх, ебать, тут что-то сложное, блядь. Это пещера, место поклонения. Не сохранимся, пожалуй. Так. На, типа, по нему надо прыгать, понял. Дальше-то куда, блядь? Ёбаный карась, блядь. А так просто отсюда, походу, не запрыгнешь, да. Что они тут делают? Чем занимается? Только нахуй этот буёк нужен, я понять не могу. Мы попробуем его еще раз прогнать. У него прыгнуть, наверное, надо в определенное время. Вот, он поворачивает эту хуйню нам для прыжка. Все, четко сработано. Бля, это что, вся головоломка была? Ну я надеюсь, да. Наверное, потому что я не очень люблю шароёбить, бля, в гробницах, нахуй. Да, гробница была изи. Ух ты. Карты секретов. Бля, вот тут изи гробницы, это хорошо. Я, блядь, расхитил, наверное, блядь, гробницу. Хуй знает, какое-то слово ебаное. Блядь.
Так, гробницу мы, блядь, раз... Короче, в рот, ебать, вы поняли, как это... Что я имел в виду. Ебать тут всяких этих, блядь. Всякой хуйни навалом. Гробница я, по-моему, все прошел, правда, за исключением, сука, вот этой, блядь. Так, сейчас попробуем, если можно, с этого костра переместиться туда. Попробуем ту гробницу разъебать. Блядь. А, стоп. Вот сюда, наверное. Блядь, или вообще не сюда. Блядь. Это не та локация, это вроде... А, или та. Блять, здесь гробницу я, по-моему, проходил уже. Сейчас посмотрим. Проходил, блядь. Где гробница-то, ебать? Какие-то символы, значит, нам туда. А, это не символ, блядь. Или не был я в этой гробнице. Хуй его знает, сейчас посмотрим. Блядь, а когда тут допрыгнуть-то, ебать? Нет, походу я там все-таки не был. А, блядь, она вообще не здесь. Вот, надо отметку поставить. Оказывается, так можно было. Бля, в той гробнице я был. Точно. Она там внизу вроде. Блядь, вот какого хуя гробницы все время подсвечены, блядь? Вот непонятно. Пройденную гробницу, блядь, надо было, ну, чтобы она какая-то темная была, блядь. А то хуй просышь, блядь, прошел я или нет. Не, прошел стопудово, блядь. Здесь я проходил, я помню. Сейчас никак. Бля, надо от лагеря тэпнуться, нахуй. Да-да-да, я помню, это газ ядовитый, блядь. О, очко навыков качаем. Бля, я не знаю, что это дает, но все в качестве. Бля, вот это хороший скилл был бы. Хотя стоп.
играют, блядь. Блять, отсюда быстрый переход совершить нельзя из гробницы, поэтому пойдем сейчас оттуда быстрый переход совершим с локации. Быстрый переход нам нужен. Блядь. Самый последний вот здесь вот. Там просто костер. Видимо, туда нельзя перейти просто так. Ну, попробуем так пройти, блядь, только я путь не помню, но похуй. Гробница — это положняк, блядь. Да ёб твою мать, блядь. Ну, судя по всему, нам в ту сторону. Блядь, а навряд ли. Вот эту гробницу я, по-моему, не прошел. Да, не прошел одна из двух гробниц. Ну что ж, надо пройти. По-любому надо. Здесь черножопая обезьяна, блядь, которая гонит на всех и вся, блядь, подохнет к концу игры. Если она не умрет, блядь, я не знаю, эта игра тогда того не стоит. Да я пизжу, на самом деле стоит, конечно же, это охуенная игра, блядь. Она мне очень понравилась, пиздец, как. Так, гробница чуть подальше будет. А здесь что у нас? Артефакт. Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Обязательно узнаю, если выберусь отсюда. Я говорил, в принципе, что не собираю всякую такую хуйню, но, блядь, как бы по пути, если это можно. Тут еще что-то рядом. Я не знаю, выше можно. Блять.
Сука, да почему так далеко сейвить-то, блядь? Там что ли поближе нельзя засейвить где-нибудь? Бля, вот проебал гробницу по пути, пиздец, теперь надо возвращаться. Дальше-то куда? И гробница где у нас? Дальше, блядь. Чую, нам куда-то сюда надо. Блять, я как куда-то вообще не туда попал. Как туда попасть, куда мне нужно? Бля. Гробница где-то здесь, блядь. Чё-то я, блядь, прошёл это место, куда-то мне наверх. Как туда попасть? Блять, я, короче, хуй знает, я эту гробницу в рот ебал, блядь. У вас тут карта какая-то ебаная, непонятная. Как наверх, блядь, запрыгнуть? Еще тайник. Надо на мачту. Но это, походу, путь не сделан. Ладно, соединёмся, короче, блядь. Может, здесь как-то можно. Прошу прощения. Так, а если поставить на него маркер, бля? Это наверху, да. Здесь мы никак, походу, не пройдем.
Ладно, хуй с ним, соединемся и начнем от костра, короче, проходить задание. Ну, эта часть, дорогие друзья, подходит к концу. Прошу прощения, что в ней почти не было экшена. Я искал гробницы. В общем-то, одну гробницу мы прошли. Это будет окончание, пожалуй, вот такое коротенькое видео. Прошу прощения, что оно без экшена, без прочей хуйни. Всем удачи и пока. Также здесь часть сюжета есть. В общем, такое вот коротенькое видео. Всем спасибо и пока, дорогие друзья.